пытаться, иди до конца. Иначе даже и не начинай. Это может значить потерю подружек, жен, родственников, работы, а может даже и рассудка. Иди до конца. Это может значить, что ты не будешь есть 3 или 4 дня. Может значить, что тебе придется сидеть и мерзнуть на скамейке в парке. Может значить тюрьму, насмешки, издевательство, изоляцию. Изоляция – это дар. Потеря всех – это как тест твоей выдержки. Тест того, насколько сильно ты действительно хочешь сделать это. И ты сделаешь это. Несмотря на неприятие. Несмотря на наихудшие расклады в жизни. Состояние будет такое, которого ты даже и представить себе пока не можешь. Будешь пытаться, иди до конца. Сделай это. Сделай это. Сделай это. Сделай это. Иди до конца. До конца. Ты оседлаешь жизнь и закричишь во все горло. Это единственный, по-настоящему правильный бой в твоей жизни. Monster! Yeah.